А теперь перейдем к теме кибернетики, которая активно внедряется во все сферы нашего общества, в том числе и в систему образования. Во вчерашнем выпуске наших новостей мы рассказывали о том, что в Березники в качестве эксперимента доставили 3 роботов-учителей. Сегодня появилась новая информация и оказывается... Это был наш, свой первоапрельский розыгрыш. Те, кто клюнули на удочку, просим понять и простить. А те, кто поняли, в чем фишка, молодцы. Так держать. Ведь всем вам прекрасно известно, что Свое ТВ постоянно устраивает розыгрыши и проводит различные активности в наших социальных сетях. Ну и какими крутыми бы ни были роботы, они не смогут заменить человека в перспективе по следующим причинам. У них нет эмпатии, поэтому вряд ли они смогут заменить школьных учителей. Роботу сложно отойти от поставленных алгоритмов, а еще у них нет интуиции, которая позволяет принимать правильные решения вопреки фактам и логике. А еще, как вы думаете, роботы умеют вот так? Come back, chameleon. Jeez, freak.